27 октября по 6 ноября парк будет совмещать два варианта программы: «Добрый праздник», день рождения Бабы-Яги в светлое время суток, и классический хоррор «Хэллоуин» по-русски «После заката». Гостей ждут 15 тысяч тыкв, эффектные фотозоны, Тесла-шоу, Франкенштейн, магия повелителя тьмы, бал Дракулы, сразу три лабиринта страха и другие ужасно интересные развлечения.